Непробиваемые бронежилеты производят в городе Кокшетау на заводе ТНС. Сегодня предприятие выпускает целых 6 видов бронированных жилетов высокого класса. Часть сырья заводится из-за границы. Чтобы изготовить один бронежилет, необходимо совершить более 30 действий. В первую очередь составляется схема военно-защитной одежды на бумаге, а затем выполняется в соответствии с заказом. Такая защита оберегает от пули и огня. Основным средством является бронированная плита. Изготавливается она на специальном устройстве, а затем каждая ее часть готовится отдельно. В целом за сутки завод способен производить более 200 бронежилетов. Ну, бронежилеты бывают разных классов защиты, с БР-1 до БР-5. Чем выше класс защиты, тем он, получается, в цене дороже будет. Материалы используются огнестойкие, водостойкие. Получается, каждый бронежилет мы подходим индивидуально по техническому заданию заказчика. Например, кто-то просит, чтобы бронежилет был огнестойкий и БР-4 класса защиты. И в первую очередь мы отрабатываем образец первый. И после того, как утвердит заказчик, мы начинаем производство основной массы бронежилетов. Завод ТНС является единственным в Казахстане по обеспечению специализированной одеждой работников силовых структур. При этом уделяется очень большое внимание качеству при разработке и создании бронированной одежды. Вес одного бронежилета до 12 килограмм. Сегодня мы производим бронежилеты уже по собственной технологии. Основные поставщики сырья у нас это в основном зарубежные компании. Бронеплиты мы делаем совместно по технологии производства компании DSM Dynamo. Это один из ведущих производителей в мире. Материал для данных плит – это сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Он на стране, кстати, не производится. Ткани и прочие составляющие тоже в основном зарубежные, потому что к ним существуют определенные требования характера, это как огнестойкость, водостойкость до 1 метра водяного столба и стираемость не более 100 тысяч циклов, не менее 100 тысяч циклов, вернее. И вот есть такие определенные требования, согласно которым в основном материал у нас завозной. А весь технологическое производство уже у нас сегодня весь локализован. Также завод производит запчасти для авиации, железнодорожной отрасли, нефтяной промышленности и бронетранспортеров. Товар является актуальным и пользуется огромным спросом. Чингиз Жусупов, Балауса Жаксыбай, Василий Бережников, Кокши Акпарат.